Добрый день, друзья! Сегодня у нас следующий рассказ «Мыши и кот». Стало мышам плохо жить от кота, что ни день, то двух-трех заезд. Сошлись раз мыши и стали судить, как бы им от кота спастись. Судили-судили, ничего не могли придумать. Вот одна мышка и говорит: «А я скажу, как нам от кота спастись. Ведь мы потому и гибнем, что не знаем, когда он к нам придет. Надо коту на шею звонок надеть, чтобы он гремел. Тогда всякий раз, когда он будет к нам близко подходить, нам слышно станет, и мы уйдем». «Это хорошо бы», — сказала старая мышь. «Да надо кому-то звонок на кота надеть». «Вздумала ты хорошо. А вот навяжи-ка звонок коту на шею, тогда мы тебе спасибо скажем. Видите, какие здесь мышки, а кот за ними следит. Всего вам доброго». До свидания, до следующей встречи.